И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем поднимать вам настроение. Ярик, поздравайся. Всем привет. Сегодня я придумал такой сценарий, необычный. Я, короче, буду аниматроником, типа я сбежал с пиццерии, а Ярик будет охранником пытаться меня поймать. Я могу только использовать невидимость. Ярик, ты готов? Да. Не знаю, что получится, надеюсь, получится весело. Давай я стану невидимым. А я иду на работу. А, кстати, я не могу невидимым стать, я могу только тп-хаться. Ладно, могу использовать невидимость и тп-хаться. Давай, Ярик. А я иду. А, нет, подожди, получается песенка-то другая. А я сбежал с пиццерии. Ксюша лазит тут везде. Ксюша любит обои рвать. Ребята, напишите, у кого кошки тоже лазят по обоям, по дверям. Ну, я за это ее люблю. Ярик, ну не смотри на меня, я же это, хочу убежать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Говори, Ярик. А я буду такое оружие использовать мощное, специально. Да. Ты должен использовать оружие, которое только против аниматроников. Есть охотники на привидения, а ты охотник на аниматроников. Может вообще рубрику так назвать, на разных картах так записывать? Ребята, если вам нравится такая идея, ставьте лайкосик. Все, Ярик, я уже потихоньку выхожу с дому. Сейчас, еще минута не прошла, подожди. А я иду убивать. Не, я вообще с пиццерии сбежал, и моя цель выжить. Сколько можно. Может, потом поменяем сюжет, я смогу убивать тебя там, не знаю, как получится. Все, я готов. Сейчас всё. Оружие возьму. Все, Ярик, давай, я начинаю. Ты меня должен поймать. Я сижу, все, ищи меня. Типа прятки, но я должен выжить. Моя цель дольше выжить. Где ты там ходишь? Я тебя слышу. Ты очень злой охранник. Ты уже убил двоих моих друзей, аниматроников. Остался я один живой. Так. Сядем, сидим. Где-то он ходит. У меня такие лапы большие, или это ногти? Надо подстричь ногтями. И зубы красивые, какие белые. Ты меня слышишь? Слышу. Ты меня ищешь? Да. Я же здоровый и невидимым не могу вставать. Так. Ты там в доме лазишь, я слышу. Не ломай мой дом. Я там еще жить буду. А я поломаю. Не ломай. Ого. Ты что, диван взорвал новый, который я вчера купил? Да. Я на улице, Ярик, говорю сразу. А, на улице? Я на улице, а давай ты не будешь использовать невидимость. А я не могу использовать за лайфте невидимость. Он только тп-хаться может. А, ну так. Ярик бегает на улице, не видит меня. А я сижу у себя за забором. Песенки сегодня пою. Нет! Он меня увидел. Ребят, я же профессиональный лефти, я смогу сбежать сюда. Я могу за угла выглядывать, это большой плюс. Кстати, в этом есть... А, увидел! Кстати, в этом есть прикол. Я от третьего лица, я же вижу все, он от первого не видит все. Так. А! Нет, я сюда иду. А, что я за эту... Я могу на Е кабаки всякие брать? А, ты ловушки! Ты ловушек наставил здесь. А! Нет, тут тупик! Я не дамся живым. Ты уже убил марионетку, мою подружку. А, электричество. Какая-то кабака в ногах застряла. Да отвали от меня! Так. Да. Надо взять какое-нибудь другое оружие, это слава. Давай возьми мощнее оружие, да. А я пока побежал. Куда ты собрался? А, ты меня видишь? Ты чего? У тебя что, веревка есть? Да. Охранник с веревкой. Охотник на аниматроников. Я елки ломаю, снеговиков тут. Все ломаю. Да. Я еще живой. Вот, и, кстати, это оружие хорошо отнимает. О, Дед Мороз лежит на крыше. Все, я запрятался. Музычка играет такая классная. Ярик, ты где? Я где-то. Я на улице. Ага, спасибо за подсказку, сейчас я ее найду. Давай. Видели, ребята, пробежал? Я профессиональный нычкарщик.
Это мой двойник, это... Кстати, ты меня отталкиваешь. А твое оружие ничего не отнимает. Что ты мне сделаешь? О, нет, это оружие я боюсь, это черное очко. Ну, а ну сколько оно отнимает? Воу, кстати, оно хорошо отнимает. Ай. Ты меня видишь, что ли? Да, что ты думал? Эдик, я могу позвать своих друзей, у меня есть друзья жесткие, хочешь? Не надо. Могу друзей позвать. А не надо, а я тебе не разрешаю. Я позвал подружку, Скрайбэйби. Все, Ярик, давай, пробуй меня убить тем пистолетом. Он с первого раза меня убьет. Блин, ничего не вижу. Какие там елки? Ярик, так ты на дом залетел, там нечестно. Хорошо. Раз ты такой умный, я позову сейчас еще одного друга. Хочешь? Давай. Хорошо. Все, я позвал друга. У него есть невидимость. Я знаю, что еще Ярик, он может убивать людей. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже, кстати, опасное оружие. Тебя найду. Скажи, ты в здании или нет? Я сзади тебя стоял. Ты в здании или нет? Я на крыше. На крыше? Я заряжаюсь. Я как с кейс аниматроник сделан, они так само делают. Блин, надо будет потом меня быть охотником. Я быстрее тебя буду разбирать. Ну что, где ты? А, я... Белый. Блин, Ярик, ты читер. Не добивай Бенди, он добрый. Блин, это только на жопе может сидеть. Это ничего не может. У нас сегодня больше обзор аниматроников. Но мне нравится, так прикольно по-своему. Во, у меня есть вообще читерский. Вот это вот оружие. Все, Ярик, давай. А ты под землей. Ну и что? Ай. А как им вылазить? О, во, я вылез. Блин, он классный челик. Так нельзя под землей лазить. А чё? Ты что, крот? Ты же не крот вроде как, ты аниматроник. Это что, значит, новый аниматроник крот какой-то, что ли, получает? А чё? Я прикольно так танцую и падаю. О, ты меня не найдешь, Ярик, никогда. Ты в здании или нет? Я на полу лежу, дохлый. Я отдыхаю, я охлаждаюсь, у меня очень процессор перегрелся, я лежу. У нас сегодня фановая серия. Ярик, где ты? Ты в здании или нет? Я на улице валяюсь возле машины розовой. Ты сейчас, когда меня видишь, будет смешно к тебе. Ой, я тебя вижу, вижу, вижу. Сейчас ты меня найдешь, розовая машина где? Видишь, Ярик, я лежу, отдыхаю. Ай! Не мешай мне лежать, мне тут хорошо. Ты мне тут поломал всю квартиру. Раскидал стулья новые. Ярик, я поднимаюсь на второй этаж. А как ты меня убил? Где ты меня там видел? Где ты был? Я же аниматроник мощный. Я могу убивать всех, кого Ладно, я хочу. Давай еще раз. Это мой друг, он всех может убивать. Давай, хорошо, еще раз. Ты читерское оружие используешь, и я по-своему играю. Ну, сейчас тебя легче убью, чтобы у тебя была возможность меня убить успеть. Да не, убивай меня так же. Хорошо, а где ты? Я в доме том же. Хорошо. Тут ты меня точно не видишь. Ты купаешься? Да ты невидимый, мы не разговариваем. Блин, я забыл стать видимым. Я чувствую власть и мой. Все, Ярик, давай, теперь я вообще невидимый не буду. Я буду видимый всегда. Вижу, вижу, вижу. Ты стоишь. Смотришь в окно. Я прям да под окном стою, выгляни. Мне это не нравится. Я видимый, Ярик. Выйди, я прям под окном стою. Выходи. Где ты там под окном?
Вот я, Ярик, смотри. Заходи давай в дом. Давай, выходи. Выходи погуляй, снежки, Ярик. Не-не-не. Выходи. Нет. Выходи. Ай! Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!